Микрорайон «Новый город» обрастает инфраструктурой. Сегодня заработала современная поликлиника. Отделение общей врачебной практики будет обслуживать 3 участка, а это почти 5000 человек. В хорошо оборудованных и просторных кабинетах будут принимать врачи общей практики и врач-специалист. Как и во всех поликлиниках, здесь обязательно откроют кабинет до врачебного приема. Для 800 юных жителей Нового города специально организовали лечебно-диагностическое подразделение и отделение здорового ребенка. Я радуюсь вместе с вами. С открытием вот этой поликлиники оснастили его современным оборудованием, потратили в общей сложности на взрослую поликлинику для обслуживания детей 37 миллионов рублей. Эти средства мы нашли, потому что об этом просили вы, чтобы врачи, терапевты, детские врачи, педиатры могли обслуживать вас в шаговой доступности, чтобы не тратили вы время, чтобы меньше было у вас разных хлопот, забот. Экскурсия по долгожданной поликлинике жителей Нового города порадовала. Ожидания оправдались. Все идеально. Я ждала главную детскую поликлинику, которая дождалась главного педиатра, чтобы не ездить на тракторостроителей. Поэтому очень удобно, очень красиво, очень уютно. Все нравится. Спасибо. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.